киностудия Morgenfilm. Только хорошее настроение. Всем привет, меня зовут Мазаев Александр, мне 28 лет, у меня есть страница на Кинопоиске, также мою работу можно найти в интернете. Возраст игровой от 20 до 35, может быть, для 40, смотря какой образ и какой грим. Могу повриться, если нужно подстричься, то есть я подхожу и готовлюсь к любой роли. Мои работы прямо сейчас вы увидите в этом ролике. Прощай, кишечник, почки и сустав, и селезеночка, прощай. Прощай, прощай. Меня зовут Александр, мне 26 лет, я работаю в 5-м Очаковском переулке. Раньше, до того, как село Очаково вошло в состав Москвы, этот переулок назывался Школьным. Но так как в Москве уже такой переулок был, его переименовали 5-й Очаковский. По факту в конце месяца около 13 тысяч вышло. Каждый день обещали, что трудовой договор дадут на руки, но так они его. Вы строите семьи. Вот, ваш говорящий попугай. Как только я из вашего магазина с ним вышел, с тех пор молчит. Я ему и репетитора, и психолога, и подругу нашел. А он ни слова. А там скользко, я найду. Как поскользнется! Привет. Тимофей, здравствуйте. Кофейку? Вам же можно? Спасибо, Ася. Можешь всю группу собрать на 5 секунд? У меня объявление небольшое. Да, конечно. Ситуация, ваша честь. Я всю жизнь прожил с бабушкой. У меня мама умерла в детстве, то есть я практически ее не видел. А отец все мое детство, всю мою жизнь, он отсутствовал, то есть его не было видно. И когда бабушка год назад умерла, он просто появился на похороны, и до этого он не появлялся, он не звонил и ничего не делал. Просто тебе появился. Что звонить? Записка есть, как-то специально ее сохранил. Вот. Вот, кстати, такие записки были именно на всех машинах, которые мы видели. То есть прямо под каждым дворником. Да, я, у меня есть мечта это поднять российский кинематограф, то есть сделать его лучше. Ты говорила мне, что она моя дочь. То есть я думал, что... Лёш. Зачем так делать-то? Я понимаю, что я приносил тебе подарки. Ну, нет, мне, ну так реально не работает. Я приносил тебе подарки, я приносил деньги. То есть ты все это принимала, Лёша, и говорил, спасибо, что... Нет, ты говорил, что ты с ним не работаешь. То есть ты с ним не встречаешься, у вас нет с ним никаких отношений. А у вас с ним реально отношения были какие-то. Знаешь, как мне было обидно? Коллеги, давайте лучше поговорим, например, о теории... Даш, это что такое было? Неважно, после... Александр Мазаев планирует взять телевизор. Все взвесил, остановился на рассрочке. Получается где-то в размере около 32-35 тысяч. Вот. И в месяц 3 тысячи, но это реальная сумма, которую можно потянуть именно с зарплатой. Предлагают годовую рассрочку. Стентирование, что ли? Через пару дней выпишут. Так это же супер! Ага. Ну, для меня это моя любимая, уважаемая программа, которую я давно уже смотрю, уже как 8 лет. Я объясню, почему мы именно 8 лет и выходим в эфир. Да, с 12-го года как раз. И, ну, и давняя мечта вообще... Оказаться здесь? Да. Ну, вы оказались? Куда? Хотя с таким лицом, конечно, вам сейчас бы в какой-нибудь монастырь на Урале. Ну, что же? Простите, извините. Катенька, я давно за вами слежу. Езжу на все игры. В общем, выходите за меня, а то в девках так и останетесь. Ай-яй-яй-яй, за что это все? Жили не очень, и вот вам еще. Извините, опоздал. А что случилось? Ввели налог на шляпы. Народ Мексики, встречайте, ваш любимый губернатор. Что вы пожелаете, какие советы дадите нашей киностудии? Часа и почему вы решили выбрать профессию актера? В детстве я... Александр, 27 лет, любитель фастфуда. Вес 111. Не смей больше бросать трубку. Я сам решу, когда будет звонок закончен. Ясно тебе?
если ты хочешь, чтобы я тебе отдал деньги на этот имплант, ну, я давай заработаю. Но подожди, у мамы плохое здоровье, ей надо купить путевку, пусть она сначала отдохнет, я а потом уже... Я не хочу никуда уезжать, я вообще потом никуда не вернусь. Мам, тебе нужен отдых, понимаешь, никуда у тебя слабое здоровье. Конечно. Спасибо, стороны. А сейчас я хочу представить вашему вниманию ролик о нашем новом кондитерском отделе. С первым учебным днем школьников пришел поздравить глава города. Лояльным, находить общий язык с тем, с кем он разговаривает. Всегда поддерживать разговор, всегда показывать то, что ему интересно. Познакомились с многими участниками из разных городов, то, что посмотрели, оценили другие работы, то, что как бы делать лучше и как бы не отставать от других. Ну, понравилось, как нас встретили, вот гостеприимность этого города, Староскола. Ну и сам фестиваль понравился, город хороший. Грузозащитники по мотивам одноименного анимационного сериала компании Задорин Entertainment. Нет, ты мне обещала, что ты все это бросила 5 лет назад. Но это как это можно понимать-то? Так это ведь можно понимать. Не, ну это неправильно, ну ты мне обещала. Да что неправильно? Я танцую, понимаешь? Я ничего плохого не... Пройденный путь детский педагог Александр измеряет не как все. В километрах, минутах или шагах, а в фотографиях. 5 селфи, поход в магазин, 50 – прогулка. Большинство одинаковые, но они с разных ракурсов сняты. Там сфоткался, там сфоткался. То есть уже даже вот девушка говорит, ты что так много фотографируешься, мне стыдно с тобой ездить. Спасибо за внимание. Прямо вот здесь вот вы увидите мои контакты, мой адрес. Пишите, звоните. Готов на любые роли, на любые проекты. Приеду, снимусь, отыграю. И увидимся.